Эта вишневая «Лада Приора» стала последней добычей злоумышленников, которые несколько месяцев угоняли машины по всему краю. На их счету 10 обворованных владельцев транспорта из Армавира, Новокубанска, Кропоткина и Краснодара. Одного из преступников армавирские полицейские задержали прямо в угнанном автомобиле. В баке закончился бензин. Злоумышленники взламывали автомобили с помощью монтировки, после чего угоняли их на территорию Новокубанского района, где на территории частного домовладения разбирали автомобили на запчасти и впоследствии продавали. Во дворе частного дома, видимо, за долгое время скопилось несколько десятков кузовных частей автомобилей и различных деталей сбитых номеров. Разборку угнанных десяток, 14-х и «Лад Приор» – именно этим маркам злоумышленники отдавали предпочтение – подельники производили в небольшом гараже. А на этом видео один из задержанных. Мужчина рассказывает о том, как был налажен их преступный бизнес, и во всем признается. В настоящее время отделом МВД России по городу Армавиру возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении данных лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ведется следствие. На заметку всем автовладельцам. Злоумышленники угоняли автомобили, на которых не была установлена сигнализация. Чаще всего они выбирали машины, припаркованные в дворах многоквартирных домов. Алена Безовчук, Евгений Холманский, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир.